Здравствуйте! В эфире канала «Россия» итоговая информационная программа «События недели». День работников дорожного хозяйства. Уважаемых работников и ветеранов дорожной отрасли с профессиональным праздником поздравляет глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Ваша профессия является незаменимой составляющей развития нашей республики, заслуживает особого внимания и почета. Ваше трудолюбие, профессионализм и преданность своему делу стали залогом безопасных и качественных дорог. За последние годы в регионе проделана колоссальная работа по строительству и ремонту дорог и мостов. Совместно с Федеральным дорожным агентством разработан 5-летний план развития дорожного хозяйства Карачаева-Черкесии, в рамках которого отремонтированы автомобильные дороги федерального, регионального, межмуниципального и местного значения. Дорогие работники дорожного хозяйства, желаем вам крепкого здоровья, вдохновения и сил для реализации ваших самых смелых проектов. Пусть ваши труды будут вознаграждены и приносят вам ощутимые результаты. Мы гордимся вами и ценим ваш важный вклад в развитие нашей республики и страны в целом. В Карачаево-Черкесии на базе предприятия «Селена» открылось новое производство по переработке пластика для вторсырья. За запуском наблюдали министр промышленности республики Мурат Гапов и глава Усть-Чукотинского района Мурат Лайпанов. На месте побывал наш корреспондент Артур Мхце. 35 тысяч тонн пластика в год теперь не будут захоронены на полигонах Карачаева-Черкесии и отправятся на переработку, став сырьем для утеплителей, наполнителей, мебели, геотекстиля. Ровно год назад глава республики Рашид Тимрезов посещал это предприятие в Усть-Чукотинском районе на начальном этапе реализации инвестиционного проекта по переработке ПЭТ-бутылок. И вот завершены все наладочные работы, цеха выходят на полную мощность. Сегодня мы с вами подводим итоги этого инвестиционного проекта. Это предприятие вышло на полную мощность. Очень отрадно, что это происходит в год, объявленный Рашидом Борисбеевичем годом развития промышленности. Данное предприятие не только увеличило количество рабочих мест и отчисления налоговые, но вместе с тем зародило культуру, много лет потратило на зарождение культуры по сбору отходов. И это такая значимая роль в экологической составляющей. Имеет место быть и увеличение рабочих мест, и налоговые поступления. Но я бы еще хотел добавить, что это предприятие, долгие годы развивающееся, она еще и другое направление имеет. Я бы хотел отметить именно социальную направленность этого предприятия. Первая в России сертифицированная технология позволяет расширить производство полиэфирного волокна, синтепона и флексов. Причем почти все оборудование здесь отечественного производства. Процесс можно разделить на три основных этапа – сортировка, дробление, создание сырья для многого из того, чем каждый человек пользуется у себя дома. Поступивший на территорию пластик попадает на систему конвейеров, с помощью которой передвигается по этому цеху. Что происходит в этом цехе? В этом цехе происходит отделение от грязи, отделение от примесей металла, первичная мойка. Дальше происходит разделение по цветам и по типу пластмасс. Большая часть работ происходит в автоматическом режиме. Увлекательным процесс превращения старых пластиковых бутылок в волокно не назовешь, но необходимым без сомнения. Особенно для экологии региона. Это один из этапов сортировки пластика по цвету. Заранее была составлена программа. Сканер определяет, какой цвет выйдет дальше, а какой отправить вниз. Так выглядит дробленный пластик. Его разделили по типу, очистили от примесей, отмыли от грязи. Осталось расплавить, чтобы затем получились тончайшие нити. Причем в производственном процессе полностью исключено использование химии. Такое ощущение, будто невидимые пауки быстро сплетают прозрачную, даже светящуюся паутину. Ну а далее собранное сырье отправляется на другие линии предприятия, чтобы впоследствии стать частью, к примеру, постельного белья или текстиля для кухни. Рынок сбыта продукции обеспечивается благодаря сотрудничеству с крупнейшими торговыми сетями России. Артур Мхце, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Усть-Чукотинский район. 80 лет назад завершилось одно из самых масштабных сражений Великой Отечественной войны – битва за Кавказ, которая длилась 442 дня. В поселке Орджоникидзевске у мемориального комплекса защитникам перевалов Кавказа прошло памятное мероприятие, посвященное этой дате.
Собравшиеся отдали дань памяти тем, кто героически защищал отчизну от фашистских захватчиков. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Сегодня мы вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни защищал Кавказ от фашистских захватчиков. В памятном мероприятии, посвященном дню окончания битвы за Кавказ, приняли участие представители власти, общественники, жители республики. От имени главы Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова обратился к собравшимся первый заместитель председателя правительства республики Хазарчек Куев. Он подчеркнул, что именно благодаря бесстрашной отваге и героизму наших предков удалось одержать победу над фашизмом. Сотни тысяч сыновей и дочерей Кавказа ушли на фронт. А те, кто остались в тылу, всеми силами помогали защитникам Родины. Участвовали в строительстве оборонительных сооружений. 17 февраля 1943 года 20 советских воинов-альпинистов поднялись на вершину Эльбруса, сбросили флаги фашистской Германии и водрузили флаги Советского Союза. Таким символическим актом был ознаменован героический подвиг Красной Армии по полному освобождению перевалов Кавказа. Военные действия разворачивались на высоте 3000-4000 метров над уровнем моря и требовали от наших воинов необычной выносливости и специальной горно-физической подготовки. Кавказ являлся важным стратегическим объектом, которым хотела владеть гитлеровская армия. Демонстрируя непоколебимую отвагу, советские солдаты полностью уничтожили фашистские войска. Тем самым отстояли право на свободу и мирное будущее нашей страны. Поражение немцев на перевалах дало возможность советскому командованию выиграть время и накопить резервы и усилить Кавказский фронт. Подвиги защитников перевала Кавказа были высоко оценены советским народом и правительством. 25 января 1943 года была учреждена медаль за оборону Кавказа, которой были награждены многие участники битвы за Кавказ и работники тыла. Собравшиеся отмечали, что народы Северного Кавказа и Закавказья всегда хранят память о великом подвиге солдат-освободителей. Народ должен помнить свою историю. Молодежь необходимо приобщать к патриотическому воспитанию. Наша с вами общая задача – сохранять и передавать молодому поколению память о самой страшной войне 20 века, о мужестве и героизме наших защитников должны знать именно молодое поколение. Несмотря на то, что прошло уже 80 лет, и сегодня наши земляки продолжают вести борьбу с фашизмом в зоне специальной военной операции на Украине. Участник СВО Федор Дзанаев подчеркнул, что каждый из нас с честью выполняет свои задачи, берет пример с героизма наших предков. Параллелей с событиями 80-летней давности много. Почему так получилось? Для нас, кто лицом к лицу столкнулся с украинским неонацизмом, ответ есть. На Украине и в поддерживающих ее странах историю не выучили. А мы с вами знаем о прошлом, думаем о будущем. Живем настоящим, как и 80 лет назад, победа будет за нами. В завершении мероприятия собравшиеся почтили память погибших в битве за Кавказ минутой молчания, а после возложили цветы к вечному огню. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, поселок Орджоникидзевский. Сейчас реклама, после продолжим. Современная хирургия катаракты и глаукомы в клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Выполняем операции по полису ОМС. Ессентуки, Гоголя 80. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. Время выбирать. Выбирать жизнь без катаракты. Более 35 видов хрусталиков в клинике 3Z. Подробности по телефону 8 800 533 90 82 и на сайте 3z.ru. В государственную телерадиокомпанию «Карачаево-Черкесия» требуется монтажер со знанием программы Adobe Premiere. Возможно обучение. Обращаться по адресу Черкесск, улица Красноармейская, 51 или по телефонам. Код 8 8782 220475, мобильный
928-026-12-70. С 17 октября Управлению Росгвардии по Карачаево-Черкесии исполняется 7 лет с момента создания. Об истории ведомства, его основных функциях и задачах, а также о том, что нужно знать кандидатам, желающим вступить в ряды Росгвардии, расскажет гость программы, заместитель начальника управления, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии Эдуард Чумаев. Здравствуйте, Эдуард Ансарович. Здравствуйте. Давайте немного окунемся в историю, как создавались региональные структуры Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии. В апреле 2016 года указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина был создан новый орган исполнительной власти – Войска Национальной Гвардии. В июле, то есть именно 3 июля, вышел федеральный закон за номером 226, который определил задачи, обязанности, связанные с исполнением своих задач именно Росгвардии Российской Федерации. А вот 17 октября 2016 года был создан отдел Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике, который в дальнейшем был, как стал управлением Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике. С 1 октября 2016 года мы именно уже вышли из состава органов внутренних дел и самостоятельно начинали выполнять все задачи, которые были определены именно, вот как я уже говорил, 226-м федеральным законом в войсках Национальной гвардии, начали самостоятельно выполнять задачи. А 17 октября, именно в этот день, в Минюсте Карачаево-Черкесии было зарегистрировано как юридическое лицо именно отдел Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике. Какие подразделения вошли в состав управления? Подразделения именно Росгвардии вошли первое. Это подразделение вневедомственной охраны, подразделение ОМОН, СОБР, лицензионно-разрешительная работа. Это то, что касается территориального управления. Кроме того, в составе этого управления именно был аппарат управления. Первым руководителем Росгвардии по Карачаево-Черкесии был назначен Салпагаров Рашид Азретович, который имел большой опыт работы как руководитель в составе органов внутренних дел, так и в органах власти, что позволило нам в кратчайшие сроки именно сформировать работоспособный орган, и который был способен выполнять те функции, задачи, которые нам определялись. В дальнейшем управление возглавил Пархоменко Андрей Владимирович, тоже человек, который всю жизнь работал в спецподразделениях, тоже имел опыт работы как руководителя. В настоящее время у нас является руководителем Яковлев Руслан Игоревич, который работал в управлении округом, тоже имеет достаточно опыта для руководства именно управлением Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике. Говоря в целом о деятельности управления Росгвардии, скажите, что лежит в основе этой идеи создания специальных подразделений, которые, ну, отвечают за вневедомственную охрану и так далее? Ну, если брать функции каждого подразделения, у нас задачи очень широкие, масштабные, я бы так назвал. На первый взгляд, вот, у некоторых складывается впечатление, вот, что такое вневедомственная охрана. Чуть ли не это сторожа, которые... Да, основной из задач вневедомственной охраны сегодня является осуществление охраны имущества юридических и физических лиц на договорной основе. Но вместе с ним, например, подразделение вневедомственной охраны
имеют группы задержания. Эти группы задержания входят в систему единой дислокации вместе с органами внутренних дел. Они на маршрутах патрулирования осуществляют охрану общественного порядка, пресекают преступления и правонарушения. Далее, они участвуют в подразделении вневедомственной охраны в обследованиях объектов различного рода, где предусматриваются требования, связанные с антитеррористической защищенностью. Это школы, различные, входящие в систему образования. То есть дальше это... всякого рода различные юридические лица, которые осуществляют свою деятельность, и там требуется именно антитеррористическая защищенность. С другими органами исполнительной власти они участвуют, выносят предписания, кто нарушает, привлекает соответствующие к административной ответственности. То есть задачи именно... вневедомственной охраны даже, они не сужаются именно охраной. Кроме того, мы активно принимаем участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности при проведении на территории республики массовых мероприятий. Это все, начиная Новый год, 1-9 мая, выборы и так далее, мы выделяем в интересах органов внутренних дел требуемое количество сотрудников неведомственной охраны, и они принимают участие в охране общественного порядка. Кроме того, вневедомственная охрана является кузницей кадров для именно Росгвардии. Мы все подразделения остальные и специального назначения, и другие черпают именно кадры. Мы стараемся принимать на службу рядовые, сержанты. В дальнейшем, если человек имеет соответствующее образование или какие-то навыки имеет, физическое развитие, мы смотрим, и чтобы люди развиваются. То есть мы все черпаем кадры именно с подразделения неведомственной охраны. Что касается спецподразделения ОМОН-СОБР, это достаточно, это наша элита, и они выполняют достаточно серьезные задачи. Они связаны с как и участием в охране общественного порядка, борьбе с терроризмом, экстремизмом. Кроме того, у нас очень много взаимодействующих органов, то есть Министерство внутренних дел, пограничное управление, ФСБ, Следственный комитет, ФСИН, МЧС. То есть мы с ними очень честно взаимодействуем. И у нас в каждом органе есть определен порядок именно участия в их мероприятиях наших подразделений. Это в основном это специальные подразделения. И, к примеру, если взять ОМОН, СОБР, вроде бы они схожи, но у них немного задачи отличается. Если акцент ОМОНа сделан в основном на охрану общественного порядка, пресечение массовых нарушений общественного порядка, то специальное подразделение СОБР, они уже точно работают, то есть ликвидация или задержание особо опасных преступников, освобождение заложников и так далее, и так далее. Тут дальше у нас есть подразделение лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля. Они осуществляют, предоставляют государственные услуги, осуществляют государственный контроль за соблюдением законодательства области, оборота оружия, частная охранная деятельность, частная детективная деятельность. Подразделение госконтроля, например, они осуществляют инспектирование объектов топливно-энергетического комплекса в части, касающейся обеспечения, опять-таки, антитеррористической защищенности этих объектов. Инспектирует и проверяет юридические лица с особыми уставными задачами, подразделения ведомственной охраны. То есть спектр задач очень достаточно широк. Кроме того, в составе управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии имеется подразделение, которое управляет беспилотными летательными аппаратами. То есть спектр задач достаточно широк, и на сегодняшний день
все задачи, ну, выполняются на должном уровне. Эдуард Ансарович, говоря об итогах работы, какими наградами отмечены сотрудники, в том числе выполняющие задачи в зоне СВО? Ну, как наши подразделения, в основном это, которые с первого дня начала специальной военной операции, ОМОН, СОБР и управление, само офицеры управления участвуют в специальной военной операции. Наши и технические работники, и штабные, и разного рода, которые входят в состав именно управления, и основное это еще ОМОН, СОБР, как я уже говорил, участвует с первого дня. На сегодняшний день у нас 33 сотрудника и военнослужащих награждены государственными наградами. Еще 23 сотрудника и военнослужащих представлены государственным наградам. И с момента создания управления 42 сотрудника и военнослужащих получили государственные награды Российской Федерации. Кроме того, хотелось бы также отметить в связи с нашим праздником, правительством и главой республики уделяется очень большое внимание нашему управлению. Оказывается, всякое содействие и материальное, и благоустройство нашей территории и в других вопросах. И кроме того, главой республики 42 сотрудника и военнослужащие получили государственные награды Карачаево-Черкесской республики. А скажите, пожалуйста, численность сотрудников управления Росгвардии – это секретная информация? Ну да, конечно, это информация закрыта. Вместе с тем, у нас достаточно сил и средств для выполнения задач, поставленных именно перед нашим... Требуются ли вам новые сотрудники? Вот о чем я хочу спросить. Требуются, они пополняются, как говорится, жизнь не стоит на месте. Кто-то идет на повышение, кто-то меняет место жительства, кто-то уже отслужив установленный срок, уходит на пенсию. Поэтому у нас... постоянно ведется работа именно как призыва на военную службу, так и прием на службу сотрудников. У нас управление состоит из военнослужащих, сотрудников, которые имеют специальное звание, работников и государственных служащих. Это состав вот такой Федеральной службы войск Национальной гвардии. И, как я уже говорил, в основном мы берем на службу как бы тех всех желающих сначала в неведомственную охрану, чтобы они там прошли первоначальную подготовку, поняли, что такое служба. А в дальнейшем, если эти сотрудники проявляют себя с положительной стороны, желание служить, стремятся к чему-либо, я, как уже говорил тоже, то есть имеют навыки определенные или хорошее физическое развитие, мы уже смотрим и в дальнейшем определяем, в каком подразделении этому сотруднику лучше дальше нести службу. Эдуард Ансарович, скажите, пожалуйста, какие мероприятия планируете провести в день управления Росгвардии и с какими словами обратились бы? У нас будет торжественное собрание, но будем награждать отличившихся. Ну, хотелось бы в первую очередь, как от имени руководства, от себя личного управления, поблагодарить тех сотрудников и военнослужащих, которые именно с момента создания, то есть внесли свой огромный вклад. Это не так просто вот создать орган, который может быть
как достойно функционировать и выполнять все задачи. Тут нюансов много. Начинает хозяйственных вопросов, то есть это техника, это специальная техника, это связь, это обустройство быта, то есть на службе, хозяйственные, так сказать. Далее это юридические вопросы, создание нормативно-правовой базы именно управления, чтобы она могла успешно функционировать. Система управления внутри, то есть, и так далее. Таких вопросов много, и на сегодняшний день все это сделано, и что вот хочу именно отдельно выразить благодарность и обозначить тех людей, которые работают. Это Тибуев Джамбулат Магомедович, это по сегодняшний день работает этот заместитель начальника управления по тылу. Ивченко Игорь Анатольевич, это у нас начальник штаба. Далее Каблахова Мадина Магомедовна, которая руководит отделом кадров также с момента создания. Бугаева Ольга Владимировна тоже является начальником юридической службы нашей и работает с первого дня. Богданов Сергей Валентинович, который также является заместителем начальника управления. Карабашев Султан Шамилевич. То есть те люди, которые несли очень большой вклад именно в создание нашего управления. А так, пользуясь случаем, хочу весь личный состав нашего управления по Карачаево-Черкесской Республике поздравить с датой создания нашего управления. Хочу им всем пожелать счастья, здоровья, благополучия, удачи и успешного выполнения служебно-боевых задач в не наше простое, нелегкое время. И чтобы все наши сотрудники, которые находятся в зоне СВО, и те, которые будут, чтобы они с успешным выполнением задач, живые, здоровые, возвращались к нам домой. Мы их всегда ждем. Присоединяемся ко всем поздравлениям в адрес сотрудников Росгвардии. Эдуард Ансарович, спасибо, что нашли время принять участие в нашей программе. И до новых встреч. До свидания. 13 студентов Карачаево-Черкесского исламского института имени имама Абу Ханифы, проучившись 5 лет, получили дипломы государственного образца и пополнили ряды имамов и богословов. С торжественного мероприятия репортаж Аллы Динаевой. В Карачаево-Черкесском исламском институте имени имама Абу Ханифы сегодня торжественное мероприятие. И посвящено оно не только вручению документов, но и одной важной дате. Это мероприятие совпало со днем рождения, точнее с месяцем рождения пророка, алейхиссалату вассалам, любимца Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, последнего пророка и посланника Аллаха, субхана ва тааля. Этот день, дай Аллах, чтобы мы оценивали и возносили благодарность Аллаху, субхана ва тааля, за то, что Аллах, субхана ва тааля, ниспослал посланника судного дня, последнего пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Еще больше хвалим Аллаха Субхану ва тааля за то, что Аллах сделал нас из его уммы, из уммы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Дай Аллах, чтобы пророк, алейхиссалату вассалам, как хадис говорил, «Кун алиман, ау мутаалиман, ау мустамиан, ау мухиббан, фаля такун хамисан фатахляк». Будь, говорит, ученым, пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, либо требующим знания, либо слушающим знания, либо любящим знания, но не будь из пятых, говорит, если будешь пятым, то пропадешь, говорит. Поэтому, алхамдулилля, здесь я не сомневаюсь, что собирались именно те люди, которые обладают этими четырьмя качествами, которые стремятся быть алимами, стремятся быть требующими знания. Я не сомневаюсь, что они слушают знания, и не сомневаюсь, что вы любите знания. Так что дай Аллах, чтобы в дальнейшем это всего лишь один шаг, когда вы выпускаете с этого института, это всего лишь один шаг к пути, которым вы наложили себе, как бы намерились встать на этот путь. Путь
распространение ислама. Всем вам блага и благополучия, милости Аллаха. Дай Аллах, чтобы мы жили в этом мире именем Аллаха и уходили с этого мира именем Аллаха. И чтобы только от вас исходило только благо, только добро, только истинное понимание ислама и истинное донесение ислама до остальных людей. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Провели мавлид и читали аяты из священного Корана, рассказывали хадисы о жизни посланника Всевышнего, студенты и преподаватели. Год из года обучающихся в Исламском институте становится больше. Сейчас их около 80. Радует не только их количество, но и искреннее стремление молодых людей к знаниям, говорит ректор вуза Мухаммад Бачаев. На торжественное мероприятие в институт приехали и высокие гости. Это самое любимое мое мероприятие в этом институте. Мы на улице делали, да? Вручали дипломы. Ну, сегодня уже красиво отремонтированное здание. Мне очень приятно здесь находиться. Вы, наверное, уже привыкли, но я впервые вижу, поэтому мне очень понравилось. Это все благодаря Мухаммад Хаджи. Аллах разбусун, Аллах кичкару дерсе. Когда все есть, очень легко делается. Когда ничего нету, вот тогда трудно. Искать сначала средства, потом уже материалы. Но все это дает Всевышний, когда ты на правильном пути. Иншаллах, поэтому у вас все хорошо. Я надеюсь, что так и будет дальше. Это мероприятие для меня очень важно в каком плане. Недавно искали имамов в мечети, не нашли. А вот сейчас уже эти выпускники, это уже будет у нас резервом. Когда надо будет, мы их уже будем ставить. И в мечетях будет, иншаллах, так, как положено по исламу. Так, как положено по нашей религии. Мы все этого добиваемся. Муфтий Карачаева-Черкесии выразил благодарность ректору и преподавателям за проводимую работу и вручил дипломы выпускникам. Дай Аллах, чтобы оно послужило тебе на пользу исламу, на пользу нашей религии. Меценат Леон Тамбиев преподнес институту в этот день подарок. Дипломы бакалавра исламских наук, подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций в этот день вручили 13 выпускникам, а трое из них окончили институт на отлично и получили красные дипломы. Хотелось бы выразить огромную благодарность нашим преподавателям, всем тем, кто нам помогал в этом обучении, что прошли такой путь. Хотелось бы дальше тоже совершенствоваться, познавать свою религию. И делиться знаниями. Больше года в институте проводили капитальный ремонт. Теперь он завершился. Сейчас преобразование происходит на территории вуза. И совсем скоро 86 квадратных метров двора уложат брусчаткой и возведут кованный забор. Ладинаев Олег Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Хорошего вам настроения и всего доброго.